Добрый день! Рада всех приветствовать на своем канале. И в этом ролике я хочу вместе с вами открыть розы, которые у меня приобретены были в коробках. Это роза Бельведер и роза Блэк Бакара. Давайте посмотрим, какие там розочки внутри. Итак, вот так они упакованы. Такие целлофановые пакеты. На пакетах есть название у розочки Бельведер. Вот здесь можно увидеть две почечки. А роза Блэк Бакара у нее стала обсыпаться вот это покрытие, которое было обмазано, ну, восковое покрытие, и под ним можно увидеть, что саженец, наверное, просто был гиблый, погиб. Вот это высохшая, посмотрите, высохшая ветка. Но сейчас посмотрим, какие корни у этих саженцев, что у одного, что у второго. Так, саженец розы Бельведер. Сейчас снимем упаковочку. Здесь в упаковке, в целлофановом пакете, вот так завернуты корни. Такую пленку темную. И вот можно видеть, что на этой розочке есть две живых почки. А вот при снятии воска также можно заметить, что ветки под воском абсолютно черные и высохшие. Смотрите, они сморщенные. Вот, не знаю, видно здесь или нет. Поэтому, не знаю, мне не очень, конечно, нравится брать такие саженцы. Но вот за неимением другого выбирать особо не приходится. Я, конечно, в питомниках в этом году заказала несколько роз, но был такой ажиотаж, что вот не всю возможно было приобрести. И вот опять рискнула купить розы. В коробках такие вот воски. Также неприятно расстроена, как и в прошлом году мне розы пришли из питомника. Не из питомника, из магазина «Первые семена». Но отдать надо должное магазину. Мне все мои расходы были возмещены. Чего, конечно, не будет с магазином, где я брала эту розу. Это обычный магазин, где продают семена. Естественно, ничего возмещать некачественный товар в обычном магазине не будет. Итак, здесь саженец завернут. Корни, вернее, да, розы. Вот в такой какой-то субстрат. Это, наверное, мне кажется, что это опилки. Опилки сухие уже. Корни здесь свернуты пополам у этой розы. Вот можно видеть, смотрите. Я убираю пленку, и вот, вот корешки у розы выпрямляются.
всасывающих корней нет, потому что вот опилки абсолютно сухие. Сейчас я попробую замочить эту розу в воде с добавлением препарата. Ну вот, можно видеть, что вот здесь тоже есть две почечки, и вот у основания две почки. А это, наверное, под воском, и здесь тоже под воском ветка черная. Это придется все удалять. Вот, смотрите, вот они, сморщенный стволик, и никаких хороших ростков, конечно, у этого саженца не будет. Давайте посмотрим другой саженец. Второй саженец — это роза Black Baccara, чайный гибридный. Производитель ИП Кондаков. Посмотрим там, что за саженец. Такой же вот пакетик. Здесь саженец завернут в пленку. Вот такой же, как и предыдущий. И вот, не знаю, видно, смотрите, камера показывает или нет. Здесь вот прям воск. Вот он отваливается. И под ним черный. Ну, вот здесь просто высушенный уже вот он наш ствол. Только теперь надежда на почки, если они есть у основания. Вот, может быть, вот здесь еще. А нет, это тоже воск. Вот этот побег, он пропавший, он уже сморщенный, он уже погибший. Вот, может быть, здесь вот эта веточка. Здесь посмотрим. Но пока вот эта ветка вроде бы как не сморщенная. Так. Маленькая, вот маленькая веточка. Тоже вся. Вот она. Она черная. Тоже негодная. Давайте посмотрим, какие корни у этой розы. Так, ну, у этого экземпляра, так же, как у предыдущего, корни завернуты вот такой субстрат. Это, наверное, опять же, опилки сухие. Так. Корешков здесь меньше, чем у предыдущего экземпляра. Всасывающих корешков нету. Посмотрите. И нету пока нету вот никаких почек видимых на стволике у основания. Ну вот, и здесь единственная надежда у меня, что если вот так обрезать вот эти пропавшие ветки, может быть, где-то проснется спящая почка. Потому что вот черный побег. Вот. Все отстает, все высушенное. Очередное разочарование. Роз уже, не знаю, несколько раз зарекалась не брать розы в коробках, но не знаю, как-то вот, когда видишь их в магазине, надеешься на лучшее, что
Может быть, в этом году тебе улыбнется удача, и саженцы окажутся хорошие. Но не знаю. Я как-то разочарована, расстроена тем качеством роз. Ну вот, если этот саженец еще вот здесь есть побеги, на которые есть надежда, что роза пойдет, даст побеги, то вот у этого саженца, у розы Black Baccara, у меня особо надежд нет. И вот здесь какие-то тоже черные пятна на стволе. Может быть, какая-то болезнь. Но сейчас я их замочу, эти саженцы, и потом в дальнейших видео покажу, как они дальше будут себя чувствовать. Подскажите, кто уже брал такие розы вот фирмы этого, ну, этого производителя ИП Кондаков, какие у вас были саженцы по качеству, хорошие или нет. Буду очень признательна вашим отзывам. Всем спасибо большое за внимание. Всем добра, здоровья, удачи. До свидания.